Петр Столыпин, редкий умница. Константин Циолковский, он каждому из нас подарил мечту летать. Конечно же, Владимир Даль, который учил нас, что человек принадлежит к той нации, на языке которой думает. Пирогов, настоящий врач, профессионал. Сложно сделать выбор, но самое главное не быть равнодушным. Ведь заглохшее сердце, оно бессильно. А наша с вами судьба как раз и зависит от того, что мы сами излучаем в этот мир и как мы относимся к своей истории. Исторический выбор года. Выбирай себе имя. Россия.